Мне очень понравилось стихотворение писателя и журналиста Михаила Шахназарова, которое он сам, собственно, и сочинил. И посвятил он его российским знаменитостям, которые покинули страну. Свое творение он опубликовал в Телеграме. Я хотел бы зачитать его стихи голосом Беллы Ахмадулиной. «Прекрасен в лицах Антимира патриотический испуг». БГ уехал, и Земфира плюется в зал старик Шевчук. Скворец бунтующий, далече своими думами гоним. Чулпан умело бисер мечет, и возмущается Максим. К земле прибиты диктатурой певцы серебряной любви. А вместе с левой фейсом Шуры квартет страдает с буквой «И». Родитель мерзостных позоров поиздержался и поник. Держи удар, жокей Невзоров, подлец и жалкий клеветник. Скребут зубами и ногтями зловредных бездарей полки, Мангайты, Долины с дудями. Итак, кучера, лошаки, и на сединах пепелище придется он им вспоминать, что был и кров, любовь, и пища, а им хотелось только срать. Простите, но это стихотворение не могла обойти стороной. Спасибо за внимание.